Дисклеймер. Все, что вы увидите в этом видео, относится к ранней версии Mortal Kombat 11. Все может измениться и стать другим, когда вы получите свою копию игры. Огромное спасибо Warner Bros. UK за предоставленную возможность снять и выложить данный видеоматериал. We've never met in combat. Our clans have no quarrel, Baraka. Keep it that way, Scorpion. Mortal Kombat 11 обладает массой новых механик и особенностей, но одной из самых интересных техник является Crushing Blow. Благодаря Warner Bros. UK, у Кетчупа и Мастерда появилась возможность отснять эксклюзивный материал. И, конечно, они в первую очередь будут рассказывать про механику игры, потому что Mortal Kombat 11 — это совершенно новый файтинг. И сейчас мы расскажем все, что нам удалось узнать о системе Crushing Blow. Crushing Blow — это уникальное дополнение к спецприемам любого персонажа. Игра замедляется, приближает картинку и максимально кинематографично и кроваво показывает данную механику. Но это еще не все. Crushing Blow может давать атакам новые свойства, наносить дополнительный урон или позволяет продолжить комбо в тех или иных случаях. Ключевой момент заключается в том, что удар под эффектом Crushing Blow может быть использован только один раз за игру. Но у каждого персонажа таких ударов много, так что ожидайте видеть данную механику часто. В этом видео мы покажем все на примере Скорпиона и Бараки, поскольку именно за них смогли поиграть больше всего. И, наверное, вас терзает вопрос, как же делается Crushing Blow? Я могу сказать, что это похоже на Brutality из Mortal Kombat X. Crushing Blow срабатывает при выполнении определенного скрытого условия, которого требует тот или иной удар. Они различны для каждого движения. Самый простой способ объяснить это — показать несколько примеров из игры. Данный спецприем Бараки активирует Crushing Blow только если выполняется в качестве наказания. Тоже относится к его 1-2-2 и серии вперед 4-4, а также к его клинкам. У Скорпиона немного больше разнообразия, его усиленное копье станет, как обычно, на многих дистанциях. Однако, если копье попадает на расстояние всего экрана и будет усилено, то сработает Crushing Blow. 2-1-2 Скорпиона отправляет нокдаун, однако, если использовать 2-1-2 в комбинации, в которой будет 10 или более ударов, то активируется Crushing Blow. И, наконец, наиболее общий пример. Некоторые захваты также имеют Crushing Blow, но только тогда, когда оппонент не угадывает направление, пытаясь порвать захват. Главное, что делает данную механику важной, это то, что Crushing Blow дает атакам дополнительные свойства. Опять же, лучше показать на примере. Обычный захват Бараки после Crushing Blow нанесет чрезвычайно большой урон сам по себе. Обычный захват Скорпиона после Crushing Blow не прибавит большого урона, но вызовет эффект кровотечения. 2-1-2 Скорпиона с Crushing Blow также будет наносить периодический урон, награждая вас дополнительным уроном за комбо из 10 ударов. То же самое можно сказать о проникающем ударе Бараки. Crushing Blow активирует урон на протяжении времени. Некоторые из этих примеров очень уникальные, особенно когда мы говорим о комбо. Вперед 3-4 Скорпиона само по себе не отменяется, но условие Crushing Blow говорит о том, что оно срабатывает, если данной серии наказать. Но когда данная серия попадает в качестве наказания, то ее можно продолжить спецприем, и у Скорпиона появляется новая комбо. Интересная штука в том, что атака, активирующая Crushing Blow, не обязательно должна идти первой. Как мы знаем, вперед 3-4 Скорпиона включает Crushing Blow, если им наказать. Но Скорпион может начать данное комбо с чего-нибудь другого. Главное, чтобы это комбо было наказанием. И тогда вперед 3-4 все еще будет иметь эффект Crushing Blow, поскольку его условие было выполнено.
Барака же, как нам показалось, имеет очень ограниченный комбо-потенциал, кроме усиленного проникающего спецприема. Все меняется с Crushing Blow в серии 1-2-2. Если атака выполнена как наказание, то можно подкинуть оппонента и комбить дальше, несмотря на выбранные игроком спецприемы. В низ 2 Скорпиона запустит Crushing Blow, если апперкот попадает как контрудар, наказывая оппонента за агрессию. И он может быть продолжен дальше в комбо, нанося большой урон. И наконец, если спецприем может быть усилен сам по себе, то он также усиляется и после срабатывания Crushing Blow. Продвинутым зрителям может быть интересно, а какие есть еще варианты использования Crushing Blow? Возможно, вы не хотите активировать его с первого раза, а использовать в уникальных ситуациях. Именно в данном случае нам помогут настройки управления. В конфигурации контроллера МК-11 есть опция, позволяющая активировать Crushing Blow, только держа определенную кнопку. Это означает, что в серьезных матчах вы должны не только выполнить требования Crushing Blow, но и удерживать определенную кнопку для активации. Это означает, что вы можете контролировать, когда именно активируется Crushing Blow. В этом примере Барака начнет комбо с усиленным проникающим ударом, затем закончит комбо с тем же ударом, но активированным Crushing Blow, нанеся эффект кровотечения. Без удерживания кнопки эта комбинация была бы невозможна. Мы не удивимся, если со временем мета игры будет зависеть от атак с Crushing Blow. Как только игроки поймут, как их использовать, то они теоретически будут создавать свои игровые стили, завязанные на этих ударах, пытаться поймать на них в середине матча или просто наносить больше урона, выводить на новые комбо или другие бонусы. Надеюсь, это видео дало представление о новой механике игры, которая обещает стать очень интересным дополнением. Спасибо всем за просмотр и увидимся в следующий раз. Fatality. Scorpion wins. Спасибо большое братьям Кетчупу и Мастерду за то, что разрешили перевести данное видео. Подписывайтесь на их канал. Обязательно подписывайтесь и на мой канал, ребята. И напишите, что вы думаете о сокрушительном ударе и стоит ли мне дальше переводить подобное обучающее видео. Всем пока, всем удачи.